Приветствую! Ты кто? Просто фея огня. Она очень глупая. Или очень умная. Или все сразу. Да! Давай! Вот это да! Вы трое, у меня сейчас получите! Нам нужно особое яйцо в крапинку, чтобы испечь пирог для их больной мамы. Это последний, нам нужно всего одно. Я его в порошок сожру! План такой: мы с Джоди подкрадемся с северной стороны и отвлечем его. А Хейзл забежит в дом и заберет яйца. Мама, ты снова уходишь? Ты остаешься. Нет, почему? Я всегда остаюсь. Ты никогда не берешь меня с собой. Кто это сделал? Поцеловать Сейс. Что? Ты попалась, Петл. Боже мой. Ты сама выбираешь свою судьбу и свой путь. Но выбор нужно сделать, а путь проложить. Я вас поймаю! Нет, отпустите меня! Огненная тайна. Так-то лучше.